Привет! Вы на канале Простых Сангритей. Жил дед и баба. Однажды дед решил посадить репку. Прошло несколько дней. Смотрит дед, репка уже большая, выросла. Дед тянет репку, тянет, не вытянет. Зовет дед старуху. Старуха за деда, дед за репку. Тянут, не вытянут. Потом позвал дед его внучку. Внучечка, иди сюда. Внучка пришла. Внучка за бабу, баба за деда, деда за репку. Тянут они, тянут, не дотянут. Зовет дед собачку. А приходит мышка, нарезается в собачку и тянет. Дед говорит: ты точно моя собака? Мышка отвечает: да, я твоя собака. Потом смотрит, что это всего костюм. И выгоняет мышку и зовет настоящую собачку. Собака за дочку, за внучку, внучка за бабу, баба за деда, а дед за репку. Тянут, не дотянут. Зовет дед кота. Кот, иди сюда. Кот приходит. Кот за собаку, собака за внучку, внучка за бабу, баба за деда, дед за репку. Тянут, не вытянут репку. Потом хотел позвать мышь, но не отзывалась. Под репкой внизу жила, сидела с другими мышами. Дедушка хотел, чтобы она вернулась, а мыши ее не пускали. Дедушка пообещал, что больше никогда не будет ее обижать. Она пришла. Тянут и вытянут репку. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.